В конце IX века эпоха арабского халифата уже близилась к своему концу. Ослабевшая держава арабов теряла свою целостность и могущество. Этим воспользовались патриотические силы Армении. Арабские войска больше не могли подавлять национально-освободительную борьбу, и с 855 года наместником халифа в Армении был назначен армянский нахарар Ашот Багратуни. Он провел ряд мероприятий, призванных укрепить экономику и политическое единство страны. Князь Багратуни пользовался большим уважением и среди народа, и среди знатных родов. В 869 году на всеобщем собрании армянских нахараров было предложено восстановить в Армении царскую власть, а царем назначить князя Багратуни. Собрание послало обращение в столицу халифата с просьбой признать армянского царя. И лишь спустя 16 лет, когда халиф понял, что больше восстановить полный контроль над Арменией не удастся, он одобрил восстановление армянской монархии. В 885 году царь Ашот Багратуни был коронован, положив начало династии Багратуни, цари из которой правили Арменией с 885 по 1045 годы. В знак признания халиф прислал царю Багратуни царскую корону и царское одеяние. Также царскую корону ему прислал и император Византии Василий I, в котором самом была армянская кровь. Так армянское царство было признано двумя крупнейшими державами Ближнего Востока того времени. Царь Ашот I правил в должности монарха с 885 по 890 годы. Он прославился как выдающийся политик. Путем династических браков он сумел объединить большинство армянских княжеств и даже некоторые области страны, принадлежащие арабским эмирам, в одно государство. Также он заключил мирный договор с Византией, отправившись для этого в Константинополь. Ашот Багратуни умер по дороге домой. После смерти Ашота I престол перешел к его сыну Сымбату. Царь Сымбат I продолжил политику укрепления и объединения Армении. Он заключил новый договор с Византией, отправившись в 893 году в Константинополь. Однако укрепление власти армянского царства вызвало недовольство некоторых соседних эмиров. Юсуф, эмир Атрапатены, неоднократно вторгался в Армению, но армянским войскам каждый раз удавалось его разбить. Тогда Юсуф воспользовался недовольством правителя области Фаспуракан, Нахарара, Гагика, Арцруни. Арабский халиф также был недоволен усилением армянских царей и потому дал добро на коронацию Арцруни новым царем Армении. Арцруни предоставлялось право собирать налоги с армянских земель. Вскоре объединенные войска Юсуфа и Арцруни вторглись во владения царей Багратуни. Не сумев победить силой, Юсуф хитростью заманил Сымбата к себе, затем казнил, а тела распял на стене крепости Двина. Войска агрессоров разграбили Армению, которая вновь стояла перед угрозой потери независимости. Борьбу за независимость Армении возглавил сын Сымбату, царевич Ашот. Имея в своем расположении небольшие силы, он сумел добиться побед над превосходящими силами противника. Так, в 921 году в битве при озере Севан он разбил многочисленные войска арабов. Примерно в это же самое время верный Ашоту Нахарар Геворг Марс-Петуни с помощью своего малочисленного войска разбил арабское войско вблизи озера Ван. За свои победы Ашот получил прозвище Ашот-Эркат, то есть Ашот Железный. Видя, что арабские войска разоряют страну, многие Нахарары поддержали власть царя. Также Ашот-Эркат посетил Константинополь, где заключил союз с Византией против халифата. Обеспокоенный таким поворотом событий, халиф признал Ашота Эрката царем, и в 922 году он подарил Ашоту царскую корону и присвоил ему титул «Царь царей», что означало, что отныне Ашот является суверенным правителем Армении, а все остальные нахарары и эмиры земли армянской должны ему подчиняться. Так была утверждена власть династии Багратуни. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и ставьте лайки.